хочу немножко показать жизнь в Америке. Вот это у меня такое вот называется порч. Ну вот. Тут цветочки. Уже весна давно. Цветы уже давно расцвели уже и вянут. Вот. Тут мои. Вот. Мои рустерс, петушки, силкис. Здесь у меня маленькие, 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 маленькие. Ну, уже не маленькие, уже больше месяца. Такие вот красавцы. Сама их сделала. А здесь у меня другие курочки, силки. Вот петушок, курочки. Вот там цветы у меня уже расцвели, азалия. Так, идем дальше. Здесь у меня тоже цветочек расцвел. Это азалия белая. Здесь у меня другие курочки. Вот такие вот курочки. Вот они. Я их накрыла там, чтобы дождик на них не капал. Несут мне яйца каждый день. Такие вот по 18 штук яиц. Не знаю, куда их девать. Но вот такой вот, вот петушок. А ну, капор, а ну скажи что-то. Капор, скажи что-то. Это мой муж все соорудил, этот курятник. Но это не для зимы, это для лета. Здесь у меня все петухи. Их надо отправить на бульон, на холодец, но некому их зарубать. Это силки, петухи тоже здесь очень много. Это такой вот маленький Спартак, я его называю. Вот. Так, здесь у меня маленький огородик. Я здесь посадила петрушку, укроп, редиску хочу посадить. Вот здесь вот. Там цветов очень много. Тоже азалия везде. Так. Это азалия. Курочкам она противопоказана. Курочки могут умереть от нее. Мы там срубили один куст. Один куст оставили здесь. Так, это септик тенк. Канализация, которую мой муж никак не может прочистить и сделать. Короче, в доме все старое, 55 лет всему. Так, это я цветы, это все я посадила, эти азалии. Видите, как красиво там. Это я все посадила. Вот, такая вот красота. Сейчас все в цветах, потому что здесь ничего не было. Здесь было все заросшее, что-то такое. Туманы, мандромеды. А я хоть посадила цветы, хоть их глаз радуется. Посмотри, какая красота.